стационары и койки надо было сокращать в последнюю очередь. А тут вдруг мы начинаем с последнего этапа, и не обеспечить амбулаторно-поликлинического звена, нетрудно догадаться, что, ну, в общем, Москва захлебнется. То, что делается сейчас, это ошибка. Люди не могут полноценно лечиться амбулаторно, потому что для этого нужно покупать лекарства. Лекарства у нас очень дорогие. Система здравоохранения находится в большом системном кризисе. Медицинские работники заняты не с больными. Они заняты тем, что они заполняют эти бумаги. Какое отношение, какое время для больного будет, для обдумывания, для общения с ним, для на это нет времени ни у кого. В чем же реформа состоит? В том, что закрывают больницы, людей выгоняют на улицы? Простите, пожалуйста, я на такие реформы не готов. Я их буду называть геноцидом, а не реформами. Да мы уже уничтожили медицину, что мы говорим-то?